Здравствуйте, дорогие! Надежда Розуваева и прогноз погоды на 30 сентября. По республике ухудшение погоды. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 2, минус 7, днем плюс 6, плюс 11. По центральным районам ночью от 0 до плюс 5, местами до минус 1, днем плюс 8, плюс 13. По южным районам ночью от плюс 2 до минус 3, по юго-западу до минус 7. Днем плюс 7, плюс 13. Улан-Удэ временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет расти и составит 719 миллиметров ртутного столба. 30 сентября. День памяти величайшего человека. Это Михаил Чехов. Тот самый племянник Антон Павлович Чехов, но не менее гениальный. Как человек театральный, я не могу про него не сказать. Это человек-легенда, человек, благодаря которому целая система актерского мастерства, книг. Он сам был величайшим актером, и его школа, школа Чехова, это, конечно, большая награда нам всем, что она у нас есть. И он говорил: «Истинные чувства не лежат на поверхности души. Только вызванные из самых недр подсознания, они могут тронуть зрителя, а иногда даже в большей степени самого актера». Великий человек. Великий. Всего доброго, друзья. До свидания.